Всем привет! Кибербол продолжает цикл видео о вундеркиндах FIFA 18. И сегодня нашим героем станет Джастин Клюйверт, сын легендарного голландского форварда Патрика Клюйверта. Ван Вин, побеждай по самым высоким коэффициентам прямо сейчас. Ведь Ван Вин дает 100% бонус к первому депозиту. Ставь на самые популярные виды спорта и выводи свой выигрыш мгновенно. Регистрируйся и скачивай мобильное приложение, чтобы всегда оставаться в игре. Ван Вин, букмекер номер один. Джастин пошел по стопам отца и тоже является воспитанником амстердамского Аякса. С 17-летнего возраста Клюйверта-младшего активно подпускают к основе и отмечают его не только внешнее, но и игровое сходство с отцом. В FIFA 18 у Джастина золотая карточка с рейтингом 75. При стандартном развитии в режиме карьеры он без проблем дорастает до 86. Если Патрик Клюйверт был классическим центр-форвардом, то Джастин больше тяготеет к флангу, напоминая по манере игры Неймара. Нынешний сезон Джастин начинал как резервист, преимущественно выходя на замену. Но благодаря уверенной игре Клюйверт завоевал место в основе и стал одним из ключевых исполнителей Аякса. Игроком вовсю стали интересоваться европейские гранды. Самый активный интерес приписывают МЮ. А еще, по слухам, лично Лионель Месси просил руководство Барселоны подписать Клюйверта. Но пока 18-летний Джастин продолжает выступать за родной клуб. В текущем сезоне чемпионата Голландии он провел 23 матча, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Что интересно, его отец в 18-летнем возрасте сумел вписать свое имя в историю Аякса. Он забил победный гол Милану в финале Кубка Европейских Чемпионов. В одном компоненте сын уже успел превзойти отца. На счету Джастина есть хитрик за Аякс, чего Патрику сделать за родной клуб не удавалось. Скорость и техника Джастина Клюйверта позволяют ему быть одинаково полезным во всех стадиях атаки. У него прекрасное видение поля и впечатляющий удар. Гены абсолютно точно здесь сыграли свою роль. Джастин может спокойно обыграть один в один любого соперника в Голландии, и зачастую это приводит к созданию голевых моментов. На днях Клюйверт получил свой первый вызов в сборную Голландии. Он полон решимости приносить пользу своей национальной команде и может стать одним из тех игроков, которые помогут ей преодолеть затянувшийся кризис. Форвард имеет шанс дебютировать за сборную в том же возрасте, что и его отец, сыгравший за Голландию 79 матчей, в которых забил 40 голов. В FIFA 18 в режиме Ultimate Team карточкой Клюйверта-младшего было сыграно 292 матча, в которых он в среднем забивает 0,45 гола и отдает 0,46 ассистов. Если Джастин продолжит и дальше прогрессировать такими же бешеными темпами, то не исключено, что по количеству трофеев и достижений он сумеет переплюнуть своего звездного отца. Ставь лайк, если тебе нравится рубрика о вундеркиндах FIFA 18. Пиши в комментариях рассказ, о ком хотел бы услышать ты. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео от Кибербола. До скорого!